как слова Тинкельмана, пуля просвистела. Готовится Кулинская Александра. Поехал казак, очил жилину далекую, на добром коне своем, вороном своем. Ой, на краену, на время спокойном, не смог возвернуться в родительский дом. Просвистела, в грудь попала мне. Спас я степи на лихом коне, но шашкой у меня командир достал. Покачнулся я, но с коня упал. Ой, да конь мой вороной, ой, да брест стальной, ой, да ты густой туманной, ой, да батька атаман. На той ноге я пришел с войны, я привязал коня, сел я у стены. Но часу не прошло, командир пришел, отвязал коня и с собой увел. Ой, ой, да конь мой вороной, ой, да престольной. Со стены под рубаху снял, хату подпалил, да брест достал. Такой жизнью жить, продавать свой крест, сколько казаков уходил.